Все.
Всем здравствуйте, рад приветствовать всех на 36-й радио Украины. Вот мы запустили его. Здравствуйте тем, кто у нас под Закяном выступает, на среди тех, кто у нас в Перворе. Ну, мы будем уже на основе. Будем открывать турнир. Я хочу прочитать слово, а вы все президенты уже купили. Там уборно на горку, мы его вдруг. Thank you.
работы. Неделю были вырваны из жизни, это такое дело. На него было страшно смотреть. Терял сознание в этой палате, ну, в общем, бессонной ночи у меня и у мамы, моей жены. Ну, я вообще тогда, конечно, не одно было желание, он хоть как-то жил дальше и все такое. Но доктор сказал, если хотите жить нормально, значит, спорт – это ваше на всю жизнь. И как только можно было, сняли корсет, там, все эти дела, в общем, с сентября мы пришли заниматься, попали к очень хорошему тренеру Сергею. Да, давайте поприветствуем. Да, вот Сергей стал тоже членом нашей семьи, старшим братом Никитой. И, можно сказать, с его помощью ставил на ноги, ну и, как оказалось, сделал портрет. Вот разговаривали, когда он пришел заниматься, он не мог сразу, ну, 20 килограмм, сколько здесь поднять. А сегодня он свой личный фото, что это 70 килограмм. Ну, я очень рад, я все собираю. Thank you.
хорошо, что я запомнил. Thank you.
Жим! Помочь! Для Зайцева, а Лебедь Днепропетровска. В Сочи у нас
страшно подобную, у него есть возможность стать третьим. Вот третьего возрастного тренировка. Давайте поддержим с Днепропетровска гостя нашего. Зайцев Олег, 180 кг на штанге. Давай, давай, давай! Ой, Олег! Отцам зовут защиту. И первым застал Губинов Александр, 185 кг. Thank you.